На Фестивальной улице к сотрудникам полиции, патрулирующим территорию, обратились граждане. Они сообщили, что в закрытом автомобиле находится мужчина, которому стало плохо. Полицейские подручными средствами опустили стекло водительской двери и обеспечили доступ кислорода, после чего помогли пострадавшему выбраться наружу. Прибывшие работники скорой помощи доставили гражданина в медицинское учреждение. Установлено, что мужчина ожидал своего знакомого в салоне автомобиля. Вскоре из-за жары он почувствовал себя плохо и стал терять сознание. Благодаря своевременной оказанной помощи жизни и здоровью гражданина ничего не угрожает.